Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений с помощью игр и криптовалюты, как мы можем зарабатывать, в чем даже справится маленький ребенок. Мы можем уделять время играм и зарабатывать. Поговорим мы о такой игре, как RollerCoin. Здесь много, как видите, у меня майнеров, я раскачан. Это, я думаю, так аналогично, это все понятно. Ну и как начинать и как развиваться, как играть. Все банально просто, ребят. Вот, мы сначала движемся по ежедневным и еженедельным заданиям. Нужно проходить, стараться по максимуму. Мы нажимаем Relay квест и смотрим, какие тут задания есть, что мы выполнили, что не выполнили. И что было бы хорошо, если бы мы, например, полностью это все сделали. Итак, есть комплект таск, вот батарейка, мы нажимаем Do It. Опускаемся вниз, мы видим, есть даже вот такие вот опросники, мы можем попробовать их пройти. Ничего сложного нет, кому-то дают, кому-то нет. Но все-таки попробовать стоит. Я знаю, что мне не дают, поэтому я не буду зацикливаться и покажу вам дальше. Вот. Если же не проходите, опускаетесь намного ниже и есть time wall. Как-никак, изредка или периодически можно проходить здесь задания очередные и, например, получать ту или иную батареечку. Да? Здесь нас интересует задание, мы нажимаем на клик. Идет загрузка и смотрим, есть какая там реклама или нет. Видим, что есть. У меня сейчас 80 поинтов, надо насобирать 100 и выводить. Это у нас на данный момент это будет рационально. Проходим капчу. Нас перебрасывает на вот эту вот, как говорится, движуху. Еще раз нажимаем. И все. И идет некоторый таймер. Мы ожидаем здесь некоторое время, как там было написано перед этим. Примерно там 20 секунд. Итак, время прошло. Мы возвращаемся. Здесь все, что нам нужно, это будет обновить страницу. Еще раз выходим и заново заходим. И смотрим. Должно быть у нас здесь 101 поинт. Все есть, все отлично. И теперь мы нажимаем 4 вот здесь черточки вниз и Windrow. Нажимаем вот сюда. Как мы видим, Windrow RLT. Ну, это незначительная сумма. Но нас больше интересует именно пройти само задание. Все, задание мы уже прошли. И как видите, вот комплект таск у нас есть. Все, батареечку мы получили. Следующий довольно-таки немаловажный момент, это проходить следующий момент. Вот мы видим, что нужно сыграть 10 игр CoinMatch и CryptoHamster. И в загальной сложности дальше идет чисто на игры. То есть в загальном 20 и потом в общей сложности 50. Это все мы выполняем и получается так, что мы в принципе весь день фактически закрываем. Смотрим игры, CoinMatch и CryptoHamster. Закрываем здесь на хрестик. Нажимаем вот здесь сверху на игры. И смотрим. CoinMatch, вот он. И CryptoHamster, вот справа. Вот эти две игры мы наигрываем по 10 игр. И таким образом мы собираем внутриигровую валюту, как RST. RST-шки, когда мы выполняем, они очень хорошо. Для начала нам не надо там слишком много, там, как говорится, заморачиваться. Здесь тоже мы собираем вот это весь опыт обязательным способом. И ниже есть сезон сторы. Вот. И как мы видим, есть за эти RST-шки мы можем купить батареечку и потом ее же выгодно продать. Плюс мы еще будем открывать боксы за RST-шки. И тоже регулярно это есть в заданиях, что нам нужно открыть 3 бокса и сделать крафт. То есть мы нажимаем вот таким вот образом на buy. Выпадает какое-то количество, и наша задача там накопить нормальное количество для тех же самого крафта, потому что нужно пройти это задание. Потом, как только у нас есть около 1000 таких вот, к примеру, деталек, мы нажимаем сюда справа на крафт. Я просто покажу, бо у меня это уже пройдено, просто покажу, как это все в целом выполняется. И как видите, здесь есть различные детальки, да. И мы, например, вот один есть, нажимаем merge. И таких вот 20 нам нужно сделать крафт. Все, это мы выполнили, все отлично, все круто, классно. Возвращаемся назад. И смотрим. Вот, и мы будем выполнять. Вот я был крафты, боксы подкрывал, потом крафты открыл, батарейку получил. Ну а дальше чисто по играм. Проходите и таким вот образом закрываете. Потом еженедельным заданием тоже вы собираете вот эти вот все, что вам надо, RST-шки. Все, в принципе. Так, это все показал. Это для базы, чтобы понимать, как играть и как развиваться. Батарейки вам накапливать нет смысла. Вот эту вот всю движуху, энергию. Потому что
Вначале вам нужно дойти, копить РЛТ по максимуму, ну желательно хотя бы до 500, тогда это выгодно. Они говорят, что будет какая-то там обнова, что они хотят это обновить, чтобы для новичков было более выгодным. Вот, а для тех, кто уже давно играет, чтобы оно давало некий бонус. Ну, посмотрим, как оно получится, но пока оно есть так, как есть сейчас, на данный момент. В принципе, вот такая вот стратегия. Теперь покажу, как происходит вывод средств. Сложно, на самом деле, нет ничего. Вот, у меня биржа Whitebit. Я беру балансы. Беру выполнение. То есть, мы пополняем. Потом выбираю ту или другую криптовалюту. Вот, ищем. Так, Matic попробуем. Вот, выбрали мы Matic, Polygon. Все классно. Нажимаем по адресу, тоже сеть Polygon и копируем данный адрес. Видим, минималка здесь один матик. На Binance там поменьше, другая биржа, с которой мы сотрудничаем, BNEX, тоже минималка другая. Возвращаемся в игру RollerCoin. Нажимаем на этот кошелек. Опускаемся ниже и ищем здесь Polygon. Нажимаем вот сюда. Нажимаем на вывод. Сюда мы вставляем данный адрес, ну а сюда же, тут галочку, конечно же, и полное число, то есть 25. Мы нажимаем вывод, confirm, приходит код нам на почту. Вот, зашли мы, заходим вот сюда, видим есть код, копируем его, возвращаемся сюда, вставляем и нажимаем submit. Все, и ожидаем выводы средств. Я уже выводил много раз, как видите, 12, по 7, по 5. И вот уже раз в месяц буду, в принципе, снимать обзор и выводить по примерно такому количеству матика. Довольно-таки неплохо. Вот. И теперь, в принципе, все. Вывод показал, как зарабатывать тоже показал. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока и хорошего профита.